такая участь футболиста. Смирился со своей участью и полузащитник Артур Галоян. Каждый день упорно тренируется на поле и на занятиях в Плехановке. А кем ты станешь? Какой у тебя факультет? Финансовый факультет. Задумался, значит, ты особо не помнишь уже, где учишься. Ну так. В большом футболе он только второй год. В мечтах сборная России или блестящая карьера, как у кумира Артура, известного футболиста Генриха Мхитаряна. Я с детства все время с мячом был. Говорили, что я даже спал с мячом. Переходить из юношеского футбола во взрослый тяжело.